Мам, а если червячка разрезать, то его половинки будут дружить? С тобой нет. Четверо потерпели кораблекрушение. Один из четверых – еврейский миллиардер. Оказавшись на необитаемом острове без еды и воды, он единственный не терял духа. Другие спросили, почему так? И богач начал свой рассказ. Когда еще школьником я заработал свои первые 50 долларов, на следующий день я пошел в синагогу и опустил в ящик для пожертвований 5 долларов. Студентам мне удалось заработать уже 1000 долларов, я снова первым делом отдал свою десятину. Открыв свой первый банк, я заработал миллион. Конечно, 100 тысяч в тот же час отправились в синагогу. На момент попадания в список Forbes у меня было 500 миллионов. И я тут же связался со своим раввином, чтобы отдать. Ну и что? А какое к нам это имеет отношение? Не выдержали остальные. Вчера я заработал свой первый миллиард. И нас обязательно найдут. Идет араб по пустыне, жажда мучает. Вдруг видит, стоит ларек, в окошке еврей. Араб обращается к нему. Будь человеком, дай воды напиться. Воды нет. Но могу продать тебе красивый галстук. Да нахрена мне галстук в пустыне, воды лучше дай. Да нет у меня воды. Но в километре отсюда есть ресторан. Им владеет мой брат. Ступай туда, он тебе даст воды. Через час приползает араб с высунутым языком. Давай уже свой херов галстук. А что такое? Твой брат меня без галстука в ресторан не пускает. Ватсон. Вы что, гей? Ну как вы догадались, Шерлок? А я не догадался. Я спросил. Выходной – самый тяжелый день недели. Надо и отдохнуть, и выспаться, и в квартире убраться, и погулять, и побухать. И не знаю, с чего начать. Недавно смотрел в интернете индийскую порнуху. Ну и как? Да то же самое, только с песнями и танцами.